Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. И представляю вашему вниманию FIFA сериал в Sid Meier's Civilization 5. Да-да, по многочисленным просьбам выложу кое-что из своих архивов. Игра, кстати, была проведена еще до выхода шестой цивилизации. А примечательна она очень необычной картой и моим расположением на ней. Играю я, кстати... Удачи! И пусть победит Россия, что не стоит писать в комментариях без содержательных спойлеров и оскорблять участников. Приятного вам просмотра. Удачи. И пусть победит Россия. Не, вообще сильные нации эти, кельты, Англия. Не, тут все очень так интересненько. Так. А карта Пангея? Да. Это что-то... Так, давайте еще раз проговорим, какие там сириусные условия в карте писал? Без ядерных ракет, вообще без ядерного оружия, без шифтов, без ходов в конце хода, один клик в начале хода, ученых не копим, без научных стажировок. Ну, фактически повторение правил турнира. Сейчас, секундочку, вообще без ядерного, без бомб, без ракет? Да, вообще, да. Блин, Пангея, блин, у меня тут так выглядит местность, очень на Пангею не похоже. Ну, у меня тоже какая-то фигня. И вроде никаких таких наций, хотя, может, это Англия могла повлиять. Да, Англия на море, это да. Англия такая, она могла. Я уже забыл, какие там бонусы у России, представляете? Я просто сейчас занимаюсь, по Циви 6 все пишу, и у меня уже все в голове перепутано. Так, ну казаки, крепость, это я помню, а вот тут от лошадей, железа и урана плюс одна продукция сразу. То есть мне надо лошадей и железо, собственно, сразу и открывать. Что-то Англия пошла куда-то. Прям не нравится место, да? Да, Леш, мы с тобой напарники по воде, да? Да. Это место хорошо, хорошее. Просто не один будет сражаться. Ну, вон Византия на воде, Англия на воде. Четыре на воде, разборки предстоят веселые. Блин, что за карта такая дебильная? У меня откровенно такое ощущение, что какие-то маленькие континенты, вот, больше похожи, ну, лично у меня. Ну, судя по тому, что... выступы, мысы. Судя по тому, что двое не на воде, видимо, есть где-то места, где можно прям спрятаться. Ну, в том плане, что где-то в центре, а не материка. Слушайте, а у никого нету желания рестарт сделать карты внезапно? Потому что то, что я смотрю, тут, ну, какая-то очень странная, откровенно. А ты поставил 4 миллиарда, да, Сириус? Ну, по умолчанию у меня все были. Уровень моря, может, высокий какой-то. Не, ну давайте, раз начали играть, играем уж. На каждой карте надо пытаться что-то сделать. Нет, у меня нет солей, у меня такой. Не, я просто боюсь, что немножко будет как-то дисбалансно в плане расположения там. Ну, посмотрим. Че, ладно, поиграем.
8 промки у кого-то. А, кто-то тоже жителя нашел, ничего себе. 3 у кого-то. Хорошо ему. Ну вот тут кто-то, видите, у кого-то континент с той стороны. Тут, конечно, ну блин. В принципе, вот тут неплохой город. Может быть, но явно не второй. Ага. А лошадка только одна. ГГшка. Так, мне, пожалуй, амбар нужен, потому что 2 амбарных ресурса у столицы. Как минимум. Сидней. По-моему, я его первый встретил. Так, мне кажется, надо перезапустить запись. Я, по-моему, в плохом качестве записываю. Да, так и было. Так, кто-то пантеон взял. Плюс 2 от... Ну, на меня это никак не влияет. Прямо скажем. Ну, вот тут... Ну, с тремя привет, рыбами. Привет, Сириус. Далеко ты отсюда? Ну... Очень ага, далеко. Братиславу уже кто-то нашел. А если реально теперь? Найдешь, увидишь. Спрошу по-другому, чудо твое? Ну, я надеюсь, что да. Я не знаю, где ты, далеко отсюда или нет. Я ближе, чем кажется. Да не сомневаюсь. Так, ну, видимо, в традицию надо играть. Я не знаю, как тут смогут меня брать с моря. Вау! Лидекс. Кто не успел, тот опоздал. Лидекс Эльдорадо. Слушайте, ну мне надоело. У меня третья игра подряд у людей Эльдорадо. Причем рядом со мной. Ну это прямо, ну какая-то это. Не было такого, не слушайте. Это все провокация. Откуда вот 3 раза подряд статистически? Серьез, разложи. Да я не знаю, но вот в прошлой игре было у этого, у американца, который рядом со мной был. Ну вот, когда FIFA 4 вчера закончилась, и когда мы там позавчера. От кого ты нашел, Англия? Ты первый. Боже, у него тут еще и пустынные холмы. У индуса. Ну это... Ну вот смысл играть. Дебильная карта с Эльдорадо, и у человека с Эльдорадо еще и Петра офигенная. Я не знаю, о чем это дальше. Вот реально не знаю. Я там еще не был. Пойду посмотрю, может там точно Петра офигенная. Главное, стоит посередине этого места такой... А кто-нибудь индуса нашел, кроме меня? Да и ты не нашел. Тут до индуса еще очень далеко. Это просто мой скаут очень хорошо, удачно подбил. Нет, так тому, кто рядом с индусом, сейчас проблемы начнутся со так слонами рядом со всем, с индусом, скажем, со всем этим прочим. Ну, тварь варварская. Ну, какой Лондон-то, а? 2 коровки, лошадки, камень. Плохой, плохой Лондон, плохой. Дождливый, туманный. В
Да, ну где города ставить? Ой, блин. Сириус, а ты откуда пришел вообще? Я снизу. Снизу? Или сверху. Или справа. Какой ты сегодня загадочный. Ага. Как я это Эльдорадо? Ну, кто же знал, как идти надо к Эльдорадо? Так. Блин, ну я чтобы олигархию сначала прятать, потом обстреливать. Ну просто сильнее город тогда. Ну, и не убил из-за этого. Ну, не дебил я. Так, мне надо вот тут внизу исследовать. Мне надо где-то тут город ставить. Видимо, вот на том месте, где лагерь стоит. Больше особо нет вариантов. Третий город сюда. Ну, играть через традицию, потому что я не вижу, чтобы тут кто-то мог раненько на меня напасть. Давайте-ка на два хода пока золото пособираем. Или с другой стороны... Нет, золото. Так, что у нас тут с армией? О, тут может быть даже... Есть неплохие места, тем более тут бухта такая. Возможно, тут есть неплохое место для второго города. Ну, так вообще очень... Карта, конечно, очень необычная. Я вообще никого не нашел. Ну, ты знаешь... Никого не найти, это лучше, чем найти Сириуса. Так, тут только нету никаких ресурсов, вот что меня. Так, пока я не хочу посела, надо с варварами разбираться. А варвары обычные стоят? Да, что их так много у тебя? Ну, как-то они очень часто спанятся у меня. Вот рядом лагерь, чуть ли не каждый ход. Да, ну они обычные, точно. Так, календарь. Давайте-ка, пожалуй, рабочего, а потом уже сетлера. Так, постоим пока. Или отойти. Нет, постоим. Угу.
скаут на холме в укреплении, он очень неплохо отбивается от дуболома. Ну, прошел ты, англичанин, да? По 100-длинному перешейку. Да вообще. 4 жителя уже, ну ты даешь. Да ладно, бывает. С кем не бывает? Вот уже какую игру подряд я не могу найти вообще руины. Ни одну не нашел. Ты будешь мешаться, что ли, сейчас? Я? Да. Боже упаси. А куда собрался идти? Ну, на этот перешеек ставить, к мрамору. Ну, мрамор, мрамор, куда именно к мрамору? Смотря куда ставить будешь. Хорошо, сейчас построю пик-то и буду ставить, куда захочу. О, видишь, это другой разговор совсем. Так... Фиёк себе заварил. Сейчас будем тут с варварами разбираться. Где тут у них? Ну, где-то тут будут постоянно еще лагеря. О, плюс 4 от чудес. Полечимся. Сидней случайно не хочет мне дань дать? Не хочет. Ну, вот тут выглядит место очень неплохо, если бы тут еще был хотя бы один ресурс роскоши еще, я был бы очень счастлив, но он тут может быть где-то. Я же просто вниз дальше не прошел. Ну, так места, ну, средней паршивости, я бы сказал. И в волю не поиграешь, потому что некуда города ставить. Нету места. То есть у меня тут по-хорошему место на 4 города, причем... Ну, два из них более-менее, типа Москва, вот этот немножко похуже, а тут, например, ну, остальные места откровенно так себе. Что я взял? О, веру взял. Сейчас я смогу. Не часто я, кстати, в пансионе веру беру. Нет, знаете, что вот сюда пойду, тут буду лечиться. Так... Слушай, ну я сейчас не могу уйти. Ты видишь, меня варвар зажал. Ну, удаляй, значит, рыбешки. Чё, могу сказать, вниз иди. Вниз иди. Ты же сам не пройдешь. Там варвар тебе будет мешать. Ну, я думаю, пик там что-нибудь сделает. Судя по тому, что ко мне только индус прошел, и то, потому что он как тут далеко типа там ходил. Так, ну что? Видимо, надо культуру от пастбищ брать. О! Отлично. Есть. Значит, вот сюда. Блин, а сюда хреново ставить, потому что вот отсюда обстреливается... Хотя всего 3. В принципе. Фиг знает. Ну, короче, сюда надо ставить. Ну что, на плантации? Или может производство от рыбацких лодок? Ну, блин, их фиг когда еще. Давайте. То есть не от плантации, а от этих, от выгонов.
Рад вам напомнить, что это видео вышло при поддержке 2GIS. 2GIS — это удобный справочник и карта в одном приложении, а еще незаменимый помощник во время путешествий. Надо всего лишь заранее скачать карту нужного вам города на сайте 2GIS.ru, и все. По приезду вы сможете открыть приложение и найти в городе все, что угодно. Никакого роуминга, мобильного интернета и трат. 2GIS, если быть точным. Так, знаете что, лучше лучникам сюда пойти и тут засвечивать, чтобы не появлялись. Так, Прагу тоже уже кто-то нашел. Значит, вот это, наверное, внутреннее море. Так что я сомневаюсь, что сюда могут приплыть. Но вот это офигенное место для города. Очень неплохой тут город будет. Надо, знаете что, видимо, идти в быстрый насколеж. Я не вижу, чтобы тут могли меня атаковать быстро. Поэтому пойдем вот вы там так. Уже все друг... Ну, хотя бы кто-то есть, кто не нашел никого? Я нашел только индуса вообще, в принципе, и все. Я только ГГшки встретил. И все. Скажите, а кто-нибудь еще индуса нашел, кроме меня? Ну, отлично. Да. Да ладно, индус хороший человек, что это? У чувака Эльдорадо. У чувака Эльдорадо. На минуточку. А Прагу кто-нибудь нашел? Нет. Кахокию. Кахокию я нашел, конечно. Ну, это понятно. Ты спрашиваешь кто-нибудь, я тебе отвечаю, да. Есть такие люди. Значит, Сириус там за Прагой, видимо. О, блин. Еще один лагерь. Угу. Видите, избыток еды добавляется к строительству поселенцев. Это уже, правда, 100 раз говорил, но... Все равно находятся люди, которые этого не знают. Ну вот. Все-таки индус бахнул город под Петру II. Ну, в общем, у меня там шикарно все. Это все дезинформация. Эту анкету. Ты же походил, посмотрел? Если это и Петра, то с одним Петрохолмом, да? Ну, еще тихо нашел. Круто. Да, лошадей, конечно, мой бонус. Ну, хотя вот еще лошади. То есть третий город по-любому надо ставить, но сначала нацколледж. Кстати, никто библиотеку еще не открыл, так что можно попробовать будет построить библиотеку. Так, давайте-ка сходим, пооткрываем побольше. Ну, видите, в столице один... рыбный ресурс. Рек вообще у меня нету. То есть никакого ГЭС. Никаких... никакой мельницы водяной. Можно даже не рассчитать. Да, блин. Только убил, еще один уже прется. Единственное, что радует, что все-таки Эльдорадо у Индии, потому что он не сможет, например, там волей нахреначить дофига
городов. Че ты все ходишь, тут ходишь, что там, англичанин? Не надоело ходить уже тут? То же самое я могу спросить у твоего пикта. Что он здесь делает? Он ждет второго пикта, чтобы стрясти дань. Ну-ка. А второй пикт будет ждать третьего пикта, чтобы пойти на Лондон. Ну да. Да ладно, шучу, у меня тут есть место, так куда ставить города. Да, расскажи. Наверное. Лигуй-то ты никого не встретил, да? Ну, пока нет. Ну, у меня тут ГГшками усыпало. А византийца ты кого-нибудь встретил? Нет, но я примерно знаю, где Австрия. Откуда это ты знаешь? Вот не скажу. Сейчас я пойду тебя искать. Не найдешь. Не, ну как бы если постараешься, то может быть. Не должен. Где Иерусалим? Сейчас. Если бы. Где Ватикан? Если бы. Милан, что ли, и Киев там? Если бы. Не знаю, подумай. Ну, тут больше некуда просто. Ну, вот я прям взял тебе и сказал тебе. Он дерзкий, он Лигу. Как же мы будем торговать? Лигу, выноси его. Да только скажи, в какую сторону бежать мне. Я сейчас сразу же своего дуболома с лучником направлю. Фу, туда. Не убил. Отличненько. Так, письменность все еще никто. То есть у меня есть шанс библиотеку урвать. Мне предлагают тут, но я хочу тут. Спасибо, Андрей, я получил веру. Занимаешься мелкими пакостями, да? Почему это пакостями сразу? Ну, там что война за... пошла, да? Жара. Не знаю, ты говоришь, получил веру за то, что убил его юнита? Нет, ты что? Ты зачем подстрекаешь, а, нас? Что ты? Занимается мелким подстрекательством. Так, да, индус открыл. Конечно, в начале игры. Я думаю, что я могу, если на один ход позже, я все-таки построю Биглу. Давайте, может, да. Возьмем аристократию. Видите, сразу на два хода быстрее.
Так, знаете что, философия... Нет, давайте мы охоту откроем. Философию своим ходом, а с библиотеки Ironworking возьмем. И колосс построим. Три хода, раз. А вот. Ты этот лагерь как, сам заберешь? Не поможете тебе? То у меня самого достаточно. Ну окей, тогда не буду трогать, окей. Руки откуда надо растут. Вот ты налево воином пошел, если там встретишь кого-нибудь, даже знать, ладно. Я там, в принципе, достаточно исследовал, но... Все равно. Не, Сирус, я с тобой сотрудничать не хочу, ты мне... Да ладно. Пакостишь. Чё я пакощу? Я... Подселяешь меня. А чё, тебе нету больше селиться никуда? А чё ты йорк не ставил вот на это место, где я поставил карты? Это же вообще классное место для себя. Ставь себе хотел. Это именно место под третий город я собирался поставить. По-моему, надо заселять такие места как можно быстрее, скажу тебе честно. Сириус. Выноси его. Кстати, я поддержу это начинание. Ну вот, опять началось. Выноси Сириус. А нет, короче, у меня, конечно, подселил очень жестко. Ну, извините. Это смертельная обида. Так. А Прага не хочет этот лагерь? Почему-то не хочет. А у тебя, кстати, второй люк-то есть? А, увидел золото же. А что ты йорк туда пошел ставить? Ну что там что-то классное есть в ноде. Место как бы не очень для йорк. Да, я протупил. Я не ожидал, что ты так быстро и нагло поставишь свой кардив. Индус, а что у тебя с города, что у тебя с населением? Что за проблема? Плачет. У меня всего два люкса, как оказалось. Столица был один, почему? Я просто, сука, не смотрю, у тебя все 23 до 23. Ну так вот, видишь, это индус. А по 96 там. Ну не у меня. Я могу только про индуса и себя говорить. Видимо, у того, кого не нашли до сих пор. Эй, я хотел забрать лагерь. Может, твое копье заберу я? Забери. Ты со мной не хочешь дружить. Да. Забери. Да ладно, я мирен. Мирен кельт. Почему ты мне не веришь? Я тебе верю. Я не верю. Да он правда мирный кельт. Небось, ты еще и в волю пошел, мирный кельт. Мирный кельт всегда ходит в волю, то что Сириуса не знаешь. Ну да, тогда я скажу. Слушайте, жестко. Самое забавное, что я же прекрасно знаю его любимые стратегии. И все равно попался. Да ладно, почему попался ты? Ничего не попался. Сириус всегда играет через волю и все начинает ставить миллион городов. Штук 8. Я только 4. Значит, он сейчас может этот ачивку за кельта выполнить. Получить город с труднопроизносимым названием. Он, по-моему, 35-й должен быть или какой там. Меня это заинтересовало предложение. Блин, где же наш любимый кулкет, который постоянно с Сириусом воюет? Почему Прага? Так, ого. 36-й ого. Ход. А, это индус взял на плюс 4. Ч,
Что хоть за чудо, индус, расскажи. Эльдорадо разве не у него? Нет, но он Эльдорадо нашел, но Эльдорадо у ГГшки. Я думаю, какой-нибудь Кайлас, судя по 36. Тогда не знаю, даже я теряюсь в догадках. Даже не представляю, что это может. Я думал, это Эльдорадо такое хорошее чудо. Видно, мне обидно, что я до сих пор ни одной руины не нашел. От Эльдорадо на 36-м ходу сложно набить веру. Ну, я в математику сильно не боюсь. Не будешь математику открывать, да? Не, ерунда. У меня же тетрахалмы, как ты видишь. Не вдается на математику. Просто принимает веру и все. Индус, я, конечно, наверное, не расстроюсь, если ты будешь на меня свою веру распространять. Точнее, я бы даже, наверное, радовался. Так вот я и думал, доставить тебе это удовольствие. Доставь мне удовольствие. Когда Прага захотела... А, во, захотела. А там будешь, у тебя есть что-то? Стоит не туда прогуляться? Выше нет ничего. Да ладно, хочешь сказать? Здесь действительно, нет. Я тебя так подселил? Выше нет ничего, да. Выше нет ничего, но вы там держитесь. Всего доброго вам. За Лондоном земли для нас нет. Да, только между камней, если поставишь, да? Ну, еще один город, конечно. И на этом, наверное, опять все. Просто между камней это будет место жести. Ну да. А если Галькарнас построишь, прикинь, 4 камня. Обалдеть. Зачем ты эту веру забрал? Вернее, пантеонную камню. Оно тебе надо было? Мне нечего больше брать. Да Сириус ладно. В этой игре сплошными пакостями занимается. О, бегал. Слушай, а ты правее Кахуки и бегал? Бегал. Да, там земли есть. Сколько я знаю. Ну, немножко есть, да. Я еще. Это не индус оказался. Лагерь захотел у Кахуки, он находится фиг знает куда, и, видимо, туда суши ведет. Все тебе скажи, да покажи. Да. Дубалун, кстати, твой нашел там цивилизация. Так. Давайте-ка тогда сейлинг сначала. Пока только Прагу нашел. Не обратил внимания, какой я был. Ну, Прагу я тоже нашел. О, я вижу Лёшу. Ну, а чё я тебя не вижу? Ну, я увидел твой холм. Видимо, город ты недавно поставил. Кончик моего холма увидел, да? Кончик холма, да. Лидекс, давай, прошау мне религию. А тебя что, не пугает моя армия, что-то не пойму? Ты такой напрямую. А ты типа принесешь религию только с армией вместе, да? Ну так там мне, да, Сириус напомнил, что можно приходить, приносить религию этими копьями. Нет, так он же религию с этого получает, веру. Ну, я понимаю. Так я думаю, может тоже как-то приобщиться к этому делу. Не, я против. Сириус несет веру на кончиках штыков. Так вот я говорю, мне эта идея тоже как бы по душе. Аж юс не супранту. Юсу. Ну, в принципе, правильно. Главное, что ты понял. Я понял, да. Ничего себе, у тебя Лондон разросся, как выкупил мрамор. Да. Лондон такой.
говорит Алексей. О, здорово. Я сейчас на минутку отойду. Ты бы мне помог, англичанин, вот с этими внизу? Могу, почему нет? Кто бы ему помог? О, видишь, тут мне мирный кельт. А что, он тебя там все уже захватывает? Да нет. Да не захватывает, он просто пакостит. Все пакостит. Мирный пакостный кельт. Да. Ну что, Сириус Грыжуолис? Да, Линдекс? Блин, ну почти. Просто произношение почти как в английском. Грыжуолис. То есть О надо как бы так У скорее не произносить. Короче, Сириус, ты грыжуолис. О, там, да. Это красавец. Красавчик. Кто Библу, кстати, зарашил так? Я думаю, есть Лигу. Хорошие люди. А, Лидекс, я думаю, тоже, ага. Не, Лигу. Ах, а, я услышал Эл и сразу подумал про себя. И думал, где же она? Не, ну я ж вижу тебя. Я б сказал, что это ты. А ты не былое говоришь про Петру, как ты. Хорошая попытка, Лидекс.
Индус, а у тебя будет что-нибудь на обмен? Какие-нибудь ресурсы? А что вы хотите мне предложить? Медь, например, хотите? Ну, вполне. Так вот, как? Так не, подожди. Тогда будет двойное. Ватикан кто-нибудь нашел? Кто нашел Ватикан? Австрийцы. Понимаю, ты не у меня спрашиваешь, да? Ну, естественно, да. Не вообще. Вот карта такая дебильная, блин. Вот реально, вот это то, что я открыл, напоминает букву W. Причем вот эти все соединительные палочки такие очень тонкие. Кошмар. Все, даже к Лёше никак не могу пройти, встретить его. Поздороваться. Привет! Тут Ватикан нагибает по-страшному, блин. Теперь 50 тысяч у кого-то население. Ну, это 6,2. Нет, ты, наверное, ошибся. Не может это быть 6,2. Ну, 150 это 6? 6 нет, 2. 50. 50. А, 50 у кого-то? Да. 50, не знаю. Надо думать, когда можно получить его. 156? А 48? 156? 2 поединчики. 156 это не у тебя случай, кстати? Нет, нет. У меня сотенка. Слушай, англичанин, но это мой лагерь. Какой ты... нахуй англичанин? Ты как бы, ну... Здесь гость. Я уже этот фармлю тут этих, фиг знает сколько, пришел. Фармлю, фармлю. Мне еще рабочие нужны, надо у Сиднея, видимо, красть. Что Прага сейчас должна быть моим союзником, когда я лагерь заберу. Сейчас это вот сюда встанет, будет не очень удобно, конечно. Ой, я сейчас кого-то найду там. Блин. О, привет, Лигу. Привет, а ты откуда? Я вот с Демьяновских. Не англичанин? Да, мы вместе шли. Да, вот да. Это, снарядили экспедицию по обнаружению. Бок, да. Леш, не хочешь кого-нибудь отправить ближе к Праге встретиться? Там варвары пока мешают. Так-то, конечно, хочу. А Артемиду не индус случаем построил? А нет, это австрияк балуется все. На Сали еще растет. А, ну это у австрияка 156. Хорошо, вам уже чай, да? Одна соль всего. Ну, тут придется город ставить. К сожалению, больше нету вариантов. Тут хреново. Тут, к сожалению, нету уникального ресурса роскоши.
Пойду к Сиднею за рабочим. Не понял, почему. Блин. Вау, какие тут австрийские земли, просторные, большие. Материк настоящий, хотя бы не как у нас. И он в традицию? Да. Да тут половина этой земли — это голая пустыня. Да ладно. Ты там ниже не ходил просто. Ну, я видел немножечко под Ватиканом пустыньку. Ну, то там она огромная. Пустынька же, я сказал. Да, жалко, конечно, не этот Библу не построил. Лёш, у тебя есть там что на обмен? У тебя не зря, я надеюсь, иду к тебе. Он друга своего индийца ждет. Я сначала с индусом буду. Я буду сначала с индусом обмениваться. Индус, точно, индус. Ну вообще будет и с тобой обменяться когда-нибудь. Ну просто у меня это водный люкс, так что мне лодочку надо будет построить предварительно. Ну построй, я не могу тебе запретить. О, Питер. Вот мы и встретились. Да. Ура! Питер больше, чем в два раза меньше, чем Москва. Нихил тут у тебя встряк ГГшек, блин, а? Офигеть, блин, мир ГГшек. Насобирал-то. Я ж говорил, их много здесь. Но их сложно будет купить, они все морские. У тебя есть что на обмен, стрек? Есть пряности. Давай. Сейчас китов тогда я сейчас. На золото поменяю. На золото? Или на какао? У меня ни того, ни другого нет, у меня киты. Мне пока что просто ничего не нужно.
Как-то я странно все-таки развиваюсь. Надо уже быстрее. Я тут пока сам пожу. Еще третий город ставить. Самое главное, ГГшки у тебя еще эти религиозные. Че, Леш, не могу я пройти к этому, да, больше к индусу? Ну, тут ты не сможешь пройти. А что, вот это не внутреннее море разве? Рядом с Питером? Справа от Питера? Я не знаю, я сверху не исследовал. Я думаю, что ты сверху, с другой стороны можешь его обойти. Я, конечно, тоже не 100% уверен, но мне кажется, что да. Англия, что мне не хочет какой-то дань давать, скажи мне, да? Расскажи, пожалуйста, что? Неужто я такой агрессивный? Какой я знаю, что ты плохой. Чё я плохой? Белый пушистый. Ну... То, что ты белый и пушистый, совершенно не отменяет того факта, что ты плохой. Может, это тебе плесень? Вот плесень уже наросла такая белая. Леша, да как там с этими сами-то дела будут? Ну, будут, но пока не скоро. Ну как, в ближайшие 5 ходов не будет тебе люкса. Че, не согласишься, что я буду? Нет. У тебя же будет потом второй. Не соглашайся. Коляски понастроил. По всему воевать будет сложнее. Коляски вид. Это же варварское нападение на рабочих. Может мне задружиться с Сиднеем и тебя это самое наказать за такое? Задружись, накажи. Нет, я все еще жду люкса. Только поэтому. Исключительно. Мы с тобой дружим. Ликси Медраугейс. Слушай, нормально, почти все получается. Ачу. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение будет завтра. Меня зовут Алексей Халецкий, и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится и о нем узнают другие люди. Ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч.